Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұсынған бес маңызды бастама елді әлеуметтік жаңғырту бойынша жүргізіліп жатқан саясаттың жалғасы болып табылады. Ол биылғы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері жолдауында айқындалған. Первая инициатива. Новые возможности для приобретения жилья. Для повышения доступности жилья главой государства предложена реализация программы под названием 7-20-25, согласно которой ставка вознаграждения ипотечного кредита будет не более 7% в год. Сейчас вы знаете 14-16% в различных банках. Первоначальный взнос будет не превышать 20%, а срок кредита продлевается до 25 лет. Данная инициатива – новая возможность для работающего населения приобрести жилье в кредит на более мягких условиях и обслуживать этот займ с учетом возможностей семейного бюджета. Это огромная поддержка государства, учитывая, что на сегодня в области число нуждающихся в жилье составляет около 22 тысяч человек, при том, что около 10 тысяч человек – это Кокшетаус. Наряду с новой инициативой президента в текущем году область активизирует строительство жилья по другим направлениям программы «Нурлы жер». Планируется строительство 16 арендных и 12 кредитно-жилых домов, что в разы больше, чем в прошлом году. В целях развития индивидуального жилищного строительства 2400 земельных участков будут обеспечены инженерной инфраструктурой. В этой связи Управлению строительства, Акимом городов и районов совместно с Казахстанской ипотечной компанией, областным филиалом Жилстройсбербанка Казахстана, фондом «Дому», банками второго уровня необходимо активизировать работу по применению всех механизмов стимулирования жилищного строительства. Реализация президентской инициативы даст мощный импульс развитию жилищного строительства. В свою очередь, это должно оказать мультипликативный эффект местной промышленности строительных материалов. В области есть немало предприятий, выпускающих конкурентоспособную строительную продукцию. Это крупнопанельные конструкции, железобетонные изделия, цемент, полиэтиленовые железобетонные трубы, облицовочные материалы и так далее. Поэтому на строительстве жилых объектов должны использоваться наши строительные материалы. Вторая инициатива лидера нации заключается в снижении налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников в 10 раз. Это касается тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера месячного расчетного показателя в месяц. Получается менее 60 125 тенге. Мы провели определенный анализ. В нашей области такую заработную плату получают почти 250 тысяч человек. Это более половины занятого населения области. Высвобожденные средства от снижения подоходного налога ориентировочно в сумме 353 миллиона тенге будут направлены на увеличение оплаты труда этих самых людей. При этом необходимо не допустить возможных фактов занижения реальной заработной платы, составляющей свыше 25-кратного МРП, на которые могут пойти налогоплательщики в целях получения льготного налогообложения. Наряду с этим акимы районов и городов совместно с Управлением экономики и бюджетного планирования, Департаментом госдоходов, Управлением по инвестициям труда должны обеспечить более активную реализацию плана мероприятий по увеличению доходов на 2017-2020 годы, где в том числе предусмотрены меры по повышению заработной платы работников предприятий. Этот план, который мы вместе с вами все реализовывали в прошлом году, он показал свою эффективность, мы хороших результатов совместно с ДГД добились, поэтому нам надо продолжать работу в этом направлении. Третья инициатива, озвученная главой государства, повышение доступности и качества высшего образования. Булбагатта, Улмыстар, Кобжумыстар, Акрулда. Білім саласында жаңа реформалар жүргізілуде. Соңғы 2 жылда 10 мың мұғалім жаңа бағдарлама бойынша арнайы курстардан өтті. 2018 жылдан бастап осы категориядағы мұғалімдердің айлық ақысы 30% өсті. Білім саласын дамыту үшін мемлекет басшысының тапсырмасымен қосымша 20 мың грант бөлінеді. Также главой государства поручено Министерству образования и науки начать строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест до 2022 года. Для решения данного вопроса предложено развернуть работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах ГЧП. В области у нас функционируют 7 общежитий. В частности, в КГУ имени Валиханова имеется 5 общежитий, рассчитанных на 1330 мест. Нуждаются еще 1000 человек. До 2022 года планируется построить 2 общежития по 500 мест, каждое в рамках ГЧП.
Это без учета, скорее, того, что мы медицинский факультет собираемся открывать. При 38 колледжах области имеются 24 общежития на 5643 мест. Обеспеченность составляет 80%. То есть необходимо еще как минимум 6 общежитий. Поэтому управлением образования, строительства, экономики, бюджетного планирования необходимо изучить потребность и возможность строительства студенческих общежитий на принципах ГЧП. Акиму города Кокшетау необходимо проработать с нашими вузами вопрос выделения земельных участков под строительство общежития. Сегодня микрокредитование становится одной из эффективных мер господдержки предпринимательской инициативы. В рамках четвертой инициативы главой государства поручено увеличить сумму микрокредитования на 20 миллиардов тенге, что позволит расширить возможности самозанятых граждан для открытия собственного бизнеса. В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в текущем году уже выделено 2,7 миллиарда тенге на микрокредитование порядка 400 человек. Дополнительно выделенные средства позволят прокредитовать граждан, обучившихся по проекту «Бастау бизнес». В целях расширения социальной поддержки граждан, управлением сельского хозяйства, предпринимательства, промышленности, координации занятости и соцсетевых программ, региональной палате предпринимателей совместно с активами городов и районов необходимо выработать комплекс мер по оказанию максимального содействия населению, в особенности проживающих на селе, в открытии или расширении собственного бизнеса. Пятая инициатива предусматривает дальнейшую газификацию страны. В ближайшие годы предусмотрено строительство магистрального газопровода, он будет называться «Сарыарка», по маршруту Караузек, Жезказган, Караганда, Темиртау, Астана, а в перспективе газификации северных регионов, в том числе и нашей области. Я думаю, что жители Ахмолинской области, Кокшетау, когда слушали выступление главы государства, все с удовлетворением обратили внимание, что Кокшетау глава государства отдельно выделил. Сейчас технологии позволяют до 1200 км в год трубопровода строить магистрально. Уже в 2021-2022 году теоретически может дойти до Кокшетау. Тот проект, который мы планируем реализовать по ГЧП с Global Gas, он никоим образом не мешает проекту магистрального газопровода. Более того, сегодня на заседании правительства обсуждался этот вопрос, что если республика проводит магистральный газопровод, мы должны максимально приложить усилия для того, чтобы местные сети развивать. То есть мы, не дожидаясь Сарыарки, мы должны активно продолжать работу по сотрудничеству с Global Gas, потому что, в том числе, кроме того, что они собираются привозить газ, строить газостанции, регазификация предполагает, что и местные сети газопроводов они будут строить. С нашей стороны, что касается магистрального газопровода, управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с активами районов и городов необходимо оказать всяческое содействие в реализации данного социального проекта. Примета активке обсушла, біздің алдымызға ауқымды міндеттер қойылды. Оған қол жеткізу үшін біздің барлық бағыттар бойынша нақты және бірлескен жұмыс талап етіледі. Жалпы алғанда президенттік 5 бастаманы іске асыру жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Және өңір экономикасының одан әрі өсуіне халықтың жағдайын арттыруға ықпал ететін болады. Уважаемые участники активы, с большим воодушевлением воспринимаем новые инициативы нашего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Считаем данные инициативы очень своевременными. Они позволят дать огромный толчок всей индустриализации страны и в частности в строительной отрасли. Не секрет, что далеко не все граждане нашей страны имеют возможность приобретения собственного жилья и улучшения жилищных условий. Наша компания реально сталкивалась с ситуацией, работая с банками второго уровня, когда у людей, желающих приобрести производимое нами жилье, было недостаточно платежеспособности для получения ипотечного займа. Поэтому вчерашнее выступление главы государства своевременное и нужное с точки зрения социального и промышленного подхода. Данное послание 7.20.25 безусловно даст возможность более широким слоям населения воспользоваться кредитами банков, а нам, как домостроительному комбинату, увеличить свои производственные мощности. Если сейчас загрузка комбината составляет около 70%,
то с принятием программы мы сможем выйти на 100% загрузку. Появится стимул для модернизации производства с целью увеличения объема выпускаемой продукции и доведения производственной мощности до 50-60 тысяч квадратных метров жилья в год. И за счет увеличения производства снизить стоимость квадратного метра жилья до 130-135 тысяч тенге за квадратный метр, при этом не ухудшая его качество. Увеличится сегмент выпускаемой продукции и расширится линейка производимых объектов, в том числе необходимых общежитий и ИЖС. В итоге создадутся на нашем предприятии новые рабочие места. В целом мы уже успели в коллективе обсудить данное обращение Нурсултана Абишевича, и хочется отметить общий позитивный настрой людей. Будем работать. Спасибо. Маликин Иванович, здесь что вы говорили, мы же фискальный орган, поэтому мы только считаем, и поручение президента уже получается 10-кратное снижение, оно будет разрабатываться до конца 2019 года по поручению. И кроме этого, там было сказано еще о прогрессивной шкале, о том, что вы сказали, что 352 миллиона, которые подлежат, ну, получается, льготируемые, и она будет на доходы тех физических лиц, которые меньше 60 тысяч тенге получает зарплату, соответственно, это им будет идти. Но так как прогрессивная шкала по уже другим категориям лиц, оно должно увеличить нам, наоборот, именно доходы, которые получаем именно местный бюджет. На сегодняшний день вот у нас 250 человек, которые вы сказали, но мы не должны вот по тем всем районам, которые мы будем выгружать, все те, которые меньше 60 тысяч тенге получали, уже поименно, поадресно, чтобы снижение на льготную категорию не перешли. Наоборот, уже работа, о которой вы говорили, план мероприятия, мы в дальнейшем его работали, в усиленном режиме работали, наоборот, увеличивая заработную плату наших работников. На сегодняшний день ИПН и СОЦ дает нам 50% местного бюджета, и ИПН – индивидуальный подоходный налог и социальный налог. Но если с прогрессивной шкала будет, я думаю, у нас намного больше будет те категории, в любом случае у нас больше заработную плату получает. Прогрессивная шкала у нас в республике до этого была, и поэтому, мне кажется, будет здесь увеличение, наоборот, поступления налогов в бюджет. Большое внимание развитию системы образования. Совсем недавно при озвучивании послания им дано поручение по поддержке системы среднего образования, в том числе увеличение оплаты труда педагогов, работающих по обновленным образовательным программам. Ранее им было озвучено поручение по реализации проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». И вот нынешние социальные инициативы подняты вопросы доступности и качества высшего образования. Для достижения этой цели предложены такие меры, как дополнительное выделение 20 тысяч образовательных грантов для обучения в вузах и строительство общежитий в рамках проектов государственно-частного партнерства. В нашей области действуют 4 высших учебных заведения, в том числе 2 государственных, 2 частных. В них обучается более 10 тысяч студентов. И в целом, как и по республике, только около 30% обучается по государственным образовательным грантам. Вместе с тем в области ведется активная работа по поддержке молодежи для получения высшего образования. Так ежегодно присуждаются именные стипендии акима области, в рамках которых сегодня обучается 276 человек. С 2017 года бюджет стипендий вырос до 102 миллионов тенге. Для студентов, обучающихся по востребованным специальностям, размер стипендий увеличен в этом году с 250 тысяч до 350 тысяч тенге. Для медицинской специальности стипендия сегодня составляет 700 тысяч тенге. Как известно, с 2017 года акиматам областей на законодательном уровне была предоставлена возможность выделять государственные образовательные гранты абитуриентам, желающим обучаться в высшем учебном заведении. В нашей области за счет средств бюджета начали обучение 100 студентов по востребованным в регионе педагогическим специальностям. Ежегодно средние школы нашей области заканчивают около 4,5 тысяч выпускников. Из них более 70% поступают в вузы.
Вместе с тем, свыше 600 выпускников, или это почти 20% от поступающих, выбирают бесплатное обучение в зарубежных высших учебных заведениях. Инициатива главы государства по выделению дополнительных образовательных грантов позволит тысячам выпускников школ получать бесплатное образование в казахстанских вузах, не выезжая за рубеж. Важно, что значительное количество образовательных грантов будет направлено на обучение бакалавров по техническим специальностям, что позволит готовить специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях четвертой промышленной революции. Президент подчеркнул, что речь идет прежде всего об инженерах, специалистах в области информационных технологий, робототехники, нанотехнологий. Также президента поручено повысить стоимость новых грантов, а эти гранты будут выделяться уже в новом учебном году, во всех вузах по техническим и сельскохозяйственным специальностям до уровня грантов в национальных вузах. Говоря о доступности и качестве высшего образования, глава государства обратил внимание и на создание необходимых условий для обучения и проживания студентов. В наших четырех вузах при наличии 7 общежитий имеется большая потребность в строительстве общежитий. Это, конечно, тоже обеспечит доступность предоставления высшего образования в нашем регионе. Такая же потребность имеется и в техническом профессиональном образовании. Так, в высшем колледже города Кокшетау сегодня имеется потребность в общежитиях для более 500 студентов, не имеют своих общежитий музыкальный колледж культуры в нашей области. Во исполнение поручения президента Министерством образования и науки будет разработан алгоритм взаимодействия государства и бизнеса, разработана типовая документация по проектам ГЧП по строительству общежитий. Будут определены способы возмещения части инвестиций, это компенсация инвестиционных эксплуатационных затрат, источники финансирования, а также меры по повышению доступности и удешевления заемного финансирования для бизнеса при строительстве общежитий. Для реализации указанных мер, конечно, потребуется внесение дополнений в некоторые законодательные акты в государственную программу развития образования и науки. По информации Министерства образования и науки, планируется привлечение частных партнеров в строительство и эксплуатации общежитий. Предварительно общая потребность инвестиций по республике составит порядка 119 миллиардов тенге. В целом, предложенные президентом социальные инициативы в системе высшего образования будут способствовать улучшению качества и доступности получения молодежью востребованных на рынке труда специальностей. Благодарю за внимание. Хотелось бы отдельно остановиться на четвертой инициативе. Палатой предпринимателей Акмолинской области подготовлен краткий анализ по реализации проекта обучения по столу бизнеса с отражением имеющих предложений. В 2017 году проект обучения «Бастау бизнес» был реализован в 5 районах Акмолинской области, таких как Атбасарский, Буландинский, Зелендинский, Эрменталский и Шартандинский районы. В целом за прошедший год было обучено 938 слушателей, из числа которых 146 проектов получили финансирование на общую сумму 495 миллионов тенге, 92 проекта были реализованы за счет собственных средств. В целом Акмолинская область в рамках исполнения КПИА проекта «Бастау бизнес» занял 4 место в рейтинге регионов с долей исполнения 127%. В текущем году реализация проекта обучения охватит все регионы области, в рамках которого планируется обучить 1927 слушателей с запуском не менее 385 бизнес-проектов, на финансирование которого необходимы средства в сумме 1 миллиард 232 миллиона тенге. Вместе с тем необходимо отметить, что на данный момент в ООО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» уже имеется пул из 544 потенциальных заемщиков на сумму 2 миллиарда 258 миллионов тенге из числа обучившихся в прошлых лет. В 2018 году в Акмолинской области на микрокредитование выделено порядка 2 миллиарда 137 миллионов тенге, из которых 1 миллиард 651 миллион тенге планируется освоить через ООО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Таким образом, имеется дефицит финансовых средств на сумму 1 миллиард 300 миллионов тенге с учетом проектов самофинансирования. В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства микрокредитования в приоритетном порядке будет предоставляться проектам, реализуемым в соответствии с региональными картами развития предпринимательства. Необходимо отметить, что в 2017 году перечень приоритетных видов деятельности районов, вошедших в карты развития, ограничивался лишь видами деятельности в сфере АПК. В текущем году Палата предпринимателей предлагает расширенный перечень приоритетных видов деятельности с учетом региональных особенностей Акмолинской области, в который входят такие направления развития, как туризм, придорожный сервис, развитие охотничьих и рыбных хозяйств, пассажирские перевозки. В рамках финансирования проектов программы продуктивной занятости массового предпринимательства под 6% сроком на 7 лет предлагалось предоставление инструментов гарантированных со стороны Казагрогарант. В связи с недостаточностью ликвидности залогового обеспечения в сельской местности
Однако в 2017 году основное количество потенциальных заемщиков не смогли воспользоваться данным инструментом ввиду аффилированности АО «Казагрогарант». С АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», также отсутствием микрофинансовой организации, работающей под инструменты гарантирования. Предлагаем рассмотреть возможность открытия микрофинансовой организации на приоритетных условиях 51% Национальная палата, 49% СПК. С дальнейшим фондированием на цели микрокредитования через АО «Аграрная кредитная корпорация», фондом ДОМУ, реализация данной инициативы позволит обеспечить полную доступность инструментов гарантирования «Казагрогарант». В ходе проведения отчетных встреч с бизнесом, сообществом, большинство районов были озвучены проблемы в связи с отсутствием налаженных пассажирских перевозок, парикмахерских, аптек, придорожного сервиса, приема шерсти, сортировки ТБО. В рамках реализации инициативы главы государства предлагаем активно задействовать акимов сельских округов с целью выработки действий и предложений по микрокредитованию бизнес-проектов на селе, так как именно они на местах лучше знают потенциал сельского округа, наличие, отсутствие тех или иных бизнес-инициатив, человеческий фактор. С целью оказания практической помощи палата готова предоставить информацию по возможному запуску бизнес-проектов с разработкой финансовой модели и отражением возможных применений мер государственной поддержки. В заключение, таким образом, палата предпринимает в рамках скорейшей полной реализации инициативы главы государства предлагает следующее. Первое. Управление сельского хозяйства провести корректировку бюджета с целью увеличения объема микрокредитования на сумму не менее 1 300 000 000 тенге. Второе. Провести совместно с управлением предпринимательства и промышленности, управлением сельского хозяйства, управлением координации занятости институтами развития, выездные кустовые семинары с акимами сельских округов, цель разъяснения мер государственной поддержки, совместная разработка карты развития предпринимательства, утвердить карты развития предпринимательства с отражением дополнительных видов деятельности. Третье. Рассмотреть возможность создания МФО с участием Национальной палаты СПК с целью применения инструментов гарантирования АКО «Казагрогарант» с привлечением дополнительных средств за счет фондирования АО АКК и фонда ДОМУ. Четвертое. Вовлечь акимов сельских округов к процессу подбора слушателей проекта «Бизнес Бастал», также подбора проекта для микрофинансирования в рамках карты развития предпринимательства. Пятое. Акимам районов отделов образования оказать содействие выделения площадей в учреждениях образования школы, колледжи с целью реализации обучения в рамках проекта «Бизнес Бастал». Наша компания ТО «Атбасарский газ» уже несколько десятилетий обеспечивает газом Атбасарский и Сандыктауский районы. Компания располагает солидной производственной базой, необходимой для бесперебойного снабжения сжиженным нефтяным газом коммунально-бытовых, промышленных и сельхозпроизводителей. В городе Атбасаре работает газонапроводительная станция, находящаяся в промзоне и занимающая общую площадь 3,6 гектара. Автогазозаправочная станция и моноблоки обеспечивают потребителей газом для заправки автомашин. Несмотря на стабильную работу нашей компании при поддержке государства, мы аккредитованные организации, входим в состав 10 газосетевых организаций Акмолинской области. Нас не оставило нас равнодушным послание главы государства инициатива «Дальнейшая газификация страны». Нурсултан Абишевич Назарбаев объявил о строительстве газопровода в Астану из Кызылординской области. На совместном заседании Палат парламента Республики Казахстан президент отметил, что за годы независимости в стране добыча газа увеличилась с 8 до 52 миллиардов кубометров в год и будет неуклонно расти. На сегодня уровень газификации в стране составляет почти 50%. Газифицировано 9 областей, в основном западных и южных. Однако центральные и северные регионы страны все еще остаются без газа. Поэтому именно будет реализовываться проект по строительству магистрального газопровода по маршруту Караазек в Кызылординской области, где происходит магистральный газопровод через Жезказган, Караганду, Темиртау до Астаны и в дальнейшем в планах Павлодар, Петропавловск и наш Кокшетау. И мы надеемся в дальнейшем уже дальше регионы, это Сандыктауский, Жакцинский, Атбасарский, Жаркаинский районы. Реализация этого проекта обеспечит газом 2,5 миллиона человек, появится новое производство, новые рабочие места, а также улучшится экология. Наша компания, являясь представителем газовой промышленности, весьма заинтересована реализацией данного проекта. Отпадает дорогостоящее содержание парка хранения, перевозка в цистернах, содержание железнодорожного тупика и многое другое. Мы очень заинтересованы в переводе нашего производства на работу с природным газом. Появятся новые инициативы, новое оборудование и будут созданы новые рабочие места. Природный газ – это заслуженно один из самых эффективных источников энергии. Из всех видов топлива природный газ является самым экологическим чистым. При этом он не уступает по выделению тепловой энергии жидким и твердым видам топлива,
и применяется в качестве энергетического или технологического топлива. Кроме того, природный газ, что самое важное, значительно дешевле бензина или дизеля. Подытоживая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день нет альтернативы природному газу, как наиболее удобному и дешевому источнику энергии. Пятая инициатива главы государства Нурсултана Назарбаева очень своевременна. Мы искренне ее поддерживаем и будем отдавать все силы и возможности для ее реализации.